2 апреля в УСЗН города Каспийска состоялось вручение свидетельств о предоставлении безвозмездной субсидии на приобретение жилья инвалидам. Государственную поддержку на сумму более 1 миллиона 300 тысяч рублей вручили двум жителям муниципалитета. Сегодняшний день праздник и для вас, и для нас тоже в душе, что мы дополнительно еще людям даем возможность купить или же улучшить жилищные условия. Мы поздравляем вас, что вот это свидетельство вы улучшили жилищные условия свои. Почетными гостями мероприятия стали председатель местного отделения боевого братства Магомед Ариб Якубов и заместитель главы Каспийска Гусейн Ункилов. Они, в свою очередь, провели торжественную церемонию вручения сертификатов. Это постановление субсидии безвозмездной. Актура для тебя, чтобы у тебя твои условия жизни были улучшены. И, конечно, спасибо всем тем, кто был сейчас в этом. Спасибо. Отметим, что на реализацию сертификата положено 9 месяцев, в течение которых получатели господдержки должны приобрести жилье в пределах России. Но при покупке жилья важно быть внимательным и проверить, полностью ли оно соответствует нормам закона, а также иметь при себе полный пакет документов. Завершилось мероприятие инструктажем по вопросам реализации субсидий.